Здорово, пацаны. Это все только начинается, и когда придумал что-то нереально классное, и такой думаешь, блин, как будет охрененно, короче, если бы я мог это воплотить, да? Никогда не знаешь все плюсы и минусы от этого всего, да, и то есть, ну, вот эта вот вся хрень, то, что там, когда там инвестируют в свой проект, просят тебя расписать, типа, какие выгоды, какие последствия будут от того, что ты сделал. Все всегда бла-бла, потому что, блин, никто не может расписать, блин. Вот, даже взять вот за пример, то, что я начал в январе бегать, да? Сейчас это уже 4-й месяц бегаю. А я, блин, в январе даже не знал то, что сейчас будет такая задница вообще. Вот, и, ну, как бы, короче, главное смело начинать и не бояться, и понимать то, что это все равно какое-то действие, и, блин, а действие – это жизнь. Пришли.